Всем привет! С вами снова я, Иринка. Сегодня мы будем с вами тушить соленую капусту с дрожжевыми пышками, с грильными сосисками и толченой картошкой. Одна большая луковица, мелко порезанная, у меня здесь уже обжаривается до золотистого цвета. Картошечка уже варится. И я приготовила сковородку для сосисек. Сосиски я все обязательно надо их надрезать с двух сторон, чтобы при жарке они не начали лопаться. Сосиски мы будем жарить на большом огне, потому что они уже, в принципе, как бы готовые. Так, лучок у меня тоже готовый. Я высыпаю сюда кислую капусту. Примерно налью один бокал воды. У меня здесь полкило капусты. И оно у нас должно хорошо минут 20-25 протушиться. Наша капуста протушилась, поджарилась. Я еще раз добавляю сюда чуть-чуть полбокальчика воды и обязательно укропных семечек. Вот такие вот они у нас. Сосиски у нас тоже уже наши грильные, почти готовы. Капусту перемешиваем. И сверху я буду укладывать наши полуготовые дрожжевые булочки. Мы их укладываем прямо наверх. И 5-7 минут. И наша капуста готова, можно будет ее выключать. Закрываем крышкой. Вот так. Все, наш обед готов. Картошечка, соленая капуста, наши пышки и грильные сосиски. С вами была я, Иринка. Ставьте класс. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии.